В конференц-зале гостиницы «Форум» собрались молодые участники предварительного голосования «Единой России». В этом году партия запустила новый проект под названием «Политстартап». Его цель – привлечь к процедуре праймериз новые лица – молодых людей, не имеющих опыта участия в выборах. Участники проекта могут в первую очередь участвовать в наших избирательных кампаниях по предварительному голосованию, по отбору кандидатов. В частности, вот сегодня мы проводим семинар для кандидатов, которые хотят участвовать в предварительном голосовании по выборам депутатов городской думы, а также они будут иметь возможность создавать свои технологические группы для поддержки кандидатов, которые будут выдвигаться от «Единой России». На сегодняшний день по России почти 3000 человек подали документы для участия в предварительном голосовании по выборам в законодательные собрания и городские думы. В Рязани заявление на участие в праймерис написали уже более 130 человек. Среди них много молодых людей до 35 лет. Мы предполагаем, что в рамках процедуры предварительного голосования пройдут дебаты. Дебаты на трех площадках в рамках каждого избирательного округа. И темы дебатов заданы. Я думаю, что вы по этим темам на этих наших двух семинарах отдельно поговорите для того, чтобы иметь свою позицию, для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы выступить, ну и, конечно, провести определенное впечатление на наших, на своих уже теперь избирателей. Темы дебатов определены в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина. Это повышение продолжительности жизни, комфортная городская среда и тема патриотизма. 3 июня жители Рязани смогут принять участие в предварительном голосовании и определить кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты на выборы в Рязанскую городскую думу 9 сентября. Аркадий Фомин отметил, что проигравших не будет. Все кандидаты уже победители. Они – те люди, которые хотят изменить жизнь региона к лучшему. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».